Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами Samsung Galaxy M22. И в этом видеоролике мы вам покажем, как выключить автоповорот экрана на данном телефоне. Для того, чтобы это сделать, мы свайпаем по нашему экрану вниз, свайпаем еще разок, после чего попадаем в панель управления нашим телефоном, где, видим, вот где-то тут должен быть у вас пункт автоповорот, у меня он находится здесь. Если пункт автоповорот горит синим, значит он включен. Если мы нажимаем на него, и он называется книжный экран или альбомная ориентация, и горит синим, серым цветом, точнее, значит он выключен, то есть просто нажимаем на него, делаем серым и выключаем автоповорот экрана. И на этом мы будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!